На дорогах Югры 13 водителей задержали в состоянии опьянения. Двое повторно задержаны за рулем в таком состоянии. 27 водителей привлекли за выезд на полосу встречного движения. И еще 14 автолюбителей нарушили правила перевозки детей. За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировали 6 ДТП, в которых пострадали 10 человек. На Тобольском тракте в Сургуте водитель «Лады» не выдержал дистанцию и столкнулся с «Фордом Кугой».